Эфир. Так, ну что, доброе утро всем. Меня слышит кто-нибудь? Напишите чего-нибудь в чат. Ага, отлично. Так. Ну что, давайте начинать потихоньку. Доброе утро. Так, отлично. Лекция, будет ли лекция записываться? Да, вроде бы даже я в данный момент записываю, не знаю, что из этого получится. Но, в общем, записываться, наверное, будет, но это не повод не ходить на лекции. Так, давайте посмотрим. Так, нас 23 человека. Ну вот, уже 22. Видимо, после ответа «да» кто-то убежал. Так, ну ладно. Надеюсь, что нас станет больше. Ага, снова 23. Отлично. Так, давайте все-таки потихоньку начинать. Надеюсь, что все остальные подойдут. Может быть, опаздывают. Давайте я попробую включить себе планшет. Отлично. Так, значит, видно, что я пишу. Сейчас я себе расположу окошки так, чтобы... Так, чтобы это было бы удобно. Так, а меня видно? Так, что надо сделать, чтобы слышно было? Сейчас. Секунду. Так, значит, не всем слышно. Сейчас я попробую эту проблему решить. Так. Угу. Да, спасибо, Варвара. Так, ну что,
Давайте потихоньку начинать, наверное. Итак, я начну с того, что предложу вернуться к примеру. Значит, я помню, что мы обсуждали собственные векторы, собственные значения и выяснили всякие разные вещи. Например, что если у нас есть достаточно много собственных векторов, а именно собственных векторов там, линейно-независимых, столько же, какова размерность соответствующего пространства, то оператор будет диагонализирован. То есть можно... Так, звук все равно не работает. Ага. Так. Сейчас. Ну, то есть я правильно понимаю, что у кого-то звук работает, а у кого-то не работает? Так, хорошо. Ну, я могу только ненаучные методы предложить. Ну хорошо, а если вы просто включите проигрывание какого-то звука, там, я не знаю, просто откроете звуковой файл или видео, будет звук у вас или нет? А, да, вы же меня не слышите. Простите. Значит... Значит, я сейчас пишу комментарии для тех, у кого звука нет. Попробуем что-нибудь придумать. Угу. Ну вот я со своей стороны не очень понимаю, что я еще могу сделать, чтобы звук появился. Так, ну что? Так, несколько человек нас покинули и решают проблему со звуком. Так, со звуком нет выбора.
Так, пробуем что-нибудь придумать. Да, хороший совет — попробовать с телефона. Как интересно. У меня птички поют. Ничего себе слышимость хорошая. Так, ну что, судя по всему, остался только Фархад. У меня отображается, что он не подключен с микрофоном. И, видимо, поэтому он звук тоже не слышит. Окей, ну что, Фархад подключается через телефон, я думаю, что сейчас он подключится, и все будет нормально. Так что давайте, наверное, начинать. Итак, давайте вернемся к примеру, который мы обсуждали в прошлый раз, а именно вот такой. Допустим, у нас есть оператор, который задается матрицей. Вот такая матрица. Значит, и я хочу найти собственный вектор и собственное значение. Что за матрица? Кто узнал? Что это за линейный оператор? Какое преобразование он задает? Поворот на 90 градусов против часовой стрелки. Да, совершенно верно. Значит, такое отображение, которое вектор вот такой поворачивает и делает его, значит, первый байсный вектор делает вторым байсным вектором, что видно из того, что написано в первом столбце. В первом столбце написан второй байсный вектор. Значит, первый байсный вектор переходит во второй, а второй байсный вектор, наоборот, переходит в минус. Первый байсный вектор, получается, вот такая штука. Значит, вопрос — найти собственный вектор и собственное значение. Что вы знаете про собственные векторы и собственное значение такого оператора? Есть ли какой-то вектор, который в результате действия этого оператора увеличивается во сколько-то раз? Ну, в общем, если просто посмотреть на картинку, то видно, что никаких собственных векторов здесь нет, потому что все векторы поворачиваются на 90 градусов, и ни один вектор не переходит просто в пропорциональность самому себе. Тем не менее, давайте попробуем поискать собственные значения этого оператора.
Значит, ну, как это делается? Нам нужно выписать характеристический многочлен. Значит, характеристический многочлен. Это значит, что нам нужно взять этот наш оператор, вычесть из него лямбда на тождественный оператор и взять от этой штуки определитель. Я не помню, мы обозначали... Было такое обозначение, что определитель обозначается просто такими вертикальными палочками, как бы матрицей. Угу, было такое. Отлично. Давайте смотреть, что получается. Значит, получается определитель минус лямбда минус 1, 1 минус лямбда. Так, что получается за характеристический многочлен? Напишите кто-нибудь. Лямбда квадрат плюс 1. Да, то есть собственное значение нашего оператора – это корни многочлена лямбда квадрат плюс 1. Значит, нам нужно решить уравнение лямбда квадрат плюс 1 равняется нулю. Значит, ну что, корней нет. А если найду? Да, значит, поскольку мы уже знаем, что бывают комплексные числа, соответственно, дальше ответ на вопрос о том, есть корни у такой штуки или нет корней, зависит от того, в каких числах мы работаем, какие числа являются допустимыми для значения лямбда. Если для значения лямбда допустимы только вещественные числа, как было всегда до сих пор, то корней нет, и сделать ничего нельзя. Но если мы допускаем для лямбда комплексные числа, то корни есть, это корни и минус и, как правильно написал Владислав. Значит, над c корни есть. Это и минус и. Смотрите, значит, дальше идея состоит в том, что теперь мы хотим разрешить лямбде принимать комплексные значения. Что это означает? Где у нас участвует лямбда? Ну, помимо того, что она участвует в этом уравнении, которое у нас здесь получилось, в уравнении на характеристический многочлен, значит, помимо этого, нам нужно... Значит, откуда у нас эта лямбда взялась? Лямбда взялась из уравнения AV равняется лямбда V. То есть это означает, что нам нужно разрешить умножать векторы на комплексные числа. До сих пор, когда мы определяли, что такое линейное пространство, векторное пространство, мы говорили, что это такая штука, где есть векторы, векторы можно складывать друг с другом, а еще векторы можно умножать на вещественные числа. Но на самом деле можно рассматривать другие структуры, другие множества тех элементов, на которые можно умножать векторы, и до сих пор это были вещественные числа, но можно рассматривать и другие штуки. Например, можно рассматривать комплексные числа. На самом деле оказывается, что не только это, бывает разная содержательная теория, связанная с тем, что бывают так называемые поля, конечные поля, когда у вас коэффициентами бывают только там, элементы этих конечных полей. Но это отдельная история, я про это не буду рассказывать. Сейчас мы будем рассматривать комплексные линейные пространства, вернее, линейные пространства на C. Значит, нужно рассматривать комплексные пространства на C. То есть это такая штука, все как раньше. Все те же самые аксиомы выполняются. Только теперь векторы можно умножать на C. На элементы комплексных чисел, на комплексные числа.
Вот. Ну, в принципе, это ничего нам как бы никак не противоречит определению векторного пространства. Все те же самые 8 аксиом, которые там формулировались на какой-то первой лекции, по-прежнему должны выполняться. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Вот смотрите. Сейчас будет немножко странный пример, за ним нужно внимательно уследить. Смотрите. Ну, давайте начнем с того, что бывают, например, само пространство вещественных чисел можно рассматривать как векторное пространство над пространством вещественных чисел. То есть, значит, мы знаем, что обычные вещественные числа можно как бы рассматривать как такие одномерные векторы. А еще мы знаем, что можно рассматривать комплексные числа как векторное пространство над вещественными числами. В домашнем задании был такой пример. Значит, был пример, где предлагалось рассмотреть C как векторное пространство над R. То есть мы говорили, что комплексные числа можно отождествить с векторами, и эти векторы, ну, как бы, что это образует векторное пространство. Давайте вспомним. Что можно сказать про размерность? Какова размерность C над R? 2. А какой базис? Если утверждать, что размерность 2, то можно попробовать предъявить базис, который будет состоять из двух элементов. 1 и I. Значит, размерность, давайте я так это обозначу, вещественная размерность C равняется 2, и C – это линейная оболочка двух векторов, 1 и I. Отлично. Давайте теперь посмотрим, что можете сказать про то же самое векторное пространство C, но теперь над C. Какова его размерность? То есть теперь мы разрешаем коэффициентам в линейных комбинациях принимать комплексные значения. А какова в этом случае будет размерность пространства C? 1. Почему 1? А давайте кто-нибудь может голосом сказать. Вот, Владислав, можете голосом объяснить, почему размерность 1? Ну, мы можем в качестве базиса взять, ну, например, 1. И можем получить... нет, не 1. В общем, какой-нибудь вектор взять, а в качестве скаляра взять любое комплексное число и получить любое комплексное число. Ну, грубо говоря, так. Да, ну, собственно говоря, чем вам один не нравится в качестве базиса? Да. Значит, вот смотрите. Допустим, я просто беру число 1. Над R число 1 и число I являются линейно независимыми. Давайте я себе стрелочку нарисую, чтобы ее использовать в качестве указателя. Значит, вот над R число 1 и число I линейно независимы, потому что мы не можем, умножая единицу на какое-нибудь вещественное число, получить I. А над C, если мы разрешаем коэффициентам принимать комплексные значения, то 1 и I оказываются линейно зависимыми, потому что I – это просто единицу умножить на I, то есть единицу умножить на скаляр. Поэтому в этом случае значит, 1 и I оказываются линейно зависимы и равняется I умножить на 1. Значит, вот в этом равенстве, которое я сейчас написал, вот это I – это как бы число, но вот это I – это наш элемент векторного пространства. Но понятно, что в данном случае это равенство все равно выполняется.
Вот, поэтому действительно комплексная размерность того же самого пространства C теперь оказывается равной единице. Вот, поэтому одно и то же как бы множество векторов образует разные по смыслу комплексные, разные по смыслу векторные пространства, у них, видите, разная размерность, разные базисы, в зависимости от того, какое множество мы используем в качестве нашего поля, из которого мы берем коэффициенты. Вот. Значит, отныне и, по крайней мере, на протяжении какого-то времени мы будем рассматривать векторное пространство над полем комплексных чисел. В этом случае, если мы это разрешаем, то, возвращаясь к вот этому примеру, примеру с вот этим оператором, который задан такой матрицей 0,1 минус 1, 0, этот оператор можно рассматривать как оператор, который действует на двумерном вещественном пространстве, на R квадрат, а можно рассматривать этот оператор как оператор, который действует на двумерном комплексном пространстве, C квадрат. То есть можно считать, что у нас теперь эта матрица умножается на вектор-столбец, в котором написаны комплексные числа. Значит, поскольку мы разрешили комплексным числам быть коэффициентами наших линейных комбинаций, это означает, что у векторов теперь есть значит, как раз координаты векторов тоже могут быть комплексными числами, потому что координаты векторов — это как раз линейные, это как раз коэффициенты линейных комбинаций. Вот. Так что давайте вернемся к этому примеру. Значит, можно рассматривать оператор заданной матрицы 0,1 минус 1, 0. Значит, оператор заданной матрицей вот такой действует на двумерном комплексном пространстве. Значит, давайте я его обозначу как c квадрат. C квадрат — это пространство всевозможных пар из двух комплексных чисел. Значит, действует он ровно точно так же, как и раньше. Действует просто умножение. Давайте найдем теперь его собственный вектор. Значит, собственное значение у него, как мы уже выяснили, и минус и. Давайте найдем собственный вектор. Значит, у нас есть два собственных значения. Лямбда равняется и лямбда равняется минус и. Так, ну давайте. А посчитайте, пожалуйста, самостоятельно. Давайте я дам несколько минут на то, чтобы вы посчитали самостоятельно эти два собственных вектора. Значит, ну, что вам нужно сделать? Вам нужно... сейчас, я не помню. На семинарах вы... сейчас, кто-то уже считал собственный вектор, а кто-то еще не считал. Но в любом случае, значит, как найти собственный вектор у матрицы? Значит, нужно просто... Похоже на то, что мы делали на последней лекции. Значит, нужно просто подставить соответствующее собственное значение и решить уравнение АВ равняется лямбда В. Вот давайте попробуйте это сделать самостоятельно. Например, для собственного значения И. Какой собственный вектор получается? Фактически найти, нужно найти ядро... Значит, найти ядро вот такой штуки, минус лямбда Е, где в качестве лямбды нужно подставлять каждое собственное значение. Так, ну что, давайте, посчитайте быстренько, что получается.
Так, ну что, не считается? Андрей говорит и один. Давайте проверим, что действительно и, значит, и один, дальше, сейчас, и ноль, сейчас, и ноль, б, ноль, и, это что значит? Так, 0 минус i. Это что такое? А, это собственный вектор или собственное значение, или что это? Ага, неправильно. Хорошо. Да, давайте разберемся с. Значит, давайте проверим, что i1 является. Давайте проверим, что i1 является собственным вектором. Значит, давайте я умножу вектор i1 на матрицу 0, 1, минус 1, 0. Да, значит, давайте проверим, что действительно собственный вектор. Значит, что происходит, когда я делаю такое умножение? Значит, у меня первым элементом будет минус 1, а вторым элементом будет чего? И. Значит, получается вот такая штука. У меня был вектор и1, а стал вектор минус 1и. Но на самом деле эти векторы выглядят как довольно разные, но на самом деле они пропорциональны друг другу, если разрешить умножать их на комплексное число, в частности на число i. Давайте проверим, что i умножить на вектор i1, это действительно получается вектор минус 1i. Но действительно, я думаю, видно, что когда мы умножаем, где моя стрелочка, которую я использовал, значит, когда мы умножаем i на i, получается как раз минус единица, а когда мы умножаем i на единицу, получается i. Поэтому действительно видно из вот этой записи, видно, что когда мы подействовали нашим оператором на вектор i1, мы получили вектор i, умноженный на i1. Поэтому действительно это собственный вектор, соответствующий собственному значению i. Ну и аналогично, собственный вектор, соответствующий собственному значению, минус и минус 1, 0. Значит, это что такое? Например, 1, 1 минус и. Сейчас, мне кажется, что 1 минус и это то же самое, что минус 1 и. Да, поэтому мне кажется, что вот такой, собственно, вектор второй. Значит, Андрей, смотрите, 1 минус i – это то же самое, что минус единицу умножить на минус 1i. Поэтому я не верю в то, что это, собственно, вектор для минус i. Это, собственно, вектор для i. Значит, давайте проверим вот эту штуку. Значит, что здесь получается? Здесь получается... минус и 1. И это минус и умножить на вектор 1i. Проверьте, что все действительно так и есть. Значит, вот у нас наше собственное значение. Вот собственное значение и, вот собственное значение минус и. Ну что, смотрите, то есть на самом деле эта штука немножко контринтуитивная. То есть если у вас уже есть в голове какой-то образ того, что собственный вектор – это вот такой вектор, который под действием… как это связано с ядром? Смотрите, давайте я напишу это вычисление поподробнее. Значит, потому что сейчас я сделал только проверку того, что те векторы, которые вы предложили… Так, сейчас, давайте я по очереди отвечу. Значит, как это связано с ядром? Сейчас я, вот в том, что я написал, я просто сделал проверку того, что
эти векторы действительно являются собственными. Теперь как их можно было бы найти? Можно было бы найти так. Давайте возьмем, например, лямбда равная i и найдем вот это самое ядро, которое я обещал найти. Значит, ядро оператора a минус лямбда e, это есть ядро такой матрицы. Значит, у нас здесь минус i должно быть, здесь минус 1, здесь должен быть 1, здесь должен быть минус i. То есть, иными словами, нам нужно найти вот такие векторы, которые при умножении на такую матрицу дают 0,0. Но, и, опять же, если теперь внимательно посмотреть на то уравнение, которое написано, во-первых, так на первый взгляд непонятно, что это уравнение действительно вырожденное, что эта система действительно вырожденная. Но заметим, что первая и вторая строчки, они хоть выглядят по-разному, но они на самом деле линейно зависимы, потому что если я первую строчку домножу на что ее нужно домножить, на i, то получится ровно вторая строчка. Поэтому на самом деле эти две строчки линейно зависимы, и можно решить, например, первое уравнение. Минус i умножить на u1 минус u2 равняется нулю. И дальше можно сказать, что, ну, например, в качестве одного из собственных векторов здесь получается такой. Допустим, я у1 положу равным единице, а у2 положу равным... значит, что у меня здесь останется в у2 тогда? У2 это есть просто минус i. И вот получился вектор... Ага, ну хорошо. Я получил вектор, который пропорционален моему. Давайте я скажу, что у1 равняется минус единице наоборот. Тогда у2 равняется просто i. И ядром, значит, ядром вот этой самой штуки, a минус лямбда e, является линейная оболочка вектора минус 1 плюс i. Является линейная оболочка вектора минус 1, запятая i. То есть все векторы, которые пропорциональны этому. Крайний инструмент — это... Вау, круто. Спасибо. Я не знал, что есть такая штука. Давно о такой штуке мечтал и не знал, что она тут есть. Отлично. Окей. Так, Фархад, я ответил на ваш вопрос? Ага. Так, Андрей, значит, пропорционально в каком плане? Пропорционально кто кому? Андрей, можете голосом сказать? В принципе, можно отвечать на вопросы голосом, если это нужно. Главное, чтобы просто один человек говорил, а не сразу все. Так что вы можете себя unmute, сказать что-то голосом и снова замьютить. А, я понял. Окей, ладно. Сейчас, давайте тогда... значит... Да, сейчас я отвечу. Ага. Так. Почему в каких случаях мы умножаем на 1i, а в другом на i1? Сейчас, Михаил, я не совсем пока понял вопрос. Смотрите, мы ищем собственные векторы, которые соответствуют двум разным собственным значениям. Первое собственное значение i. Мы выяснили, ну, то есть мы здесь двумя разными способами эту задачу решаем. Первый способ такой: кто-то каким-то образом нашел собственный вектор и сказал, что этот собственный вектор это, значит, это вот этот i1. Дальше мы просто проверили, что это действительно i1. Умножаем этот i1 на нашу матрицу
И видим, что это действительно штука, которая получается. Значит, штука, которая получается, то есть вот результат, вот этот результат можно получить умножением этого же самого вектора на число i. Почему здесь i? Потому что мы искали, собственно, значит, искали эту штуку для собственного значения именно i. Вот. Так, все, ответили мы, видимо, с Андреем совместными усилиями. Хорошо. Отлично. Слушайте, мне на самом деле так даже нравится лекцию читать, по крайней мере, когда я, значит, читаю лекцию, смотрю, что все смотрят, или кто-то смотрит в телефон, я думаю, ну вот, сидите, смотрите в телефон, лекцию не слушаете. А сейчас я смотрю, все, значит, смотрят в свое устройство, но здесь я этого не вижу, но я в этом уверен, и общаются в чатике, и это, наоборот, очень хорошо для лекции, потому что я вижу, что, значит, вы следите за тем, что происходит, и отвечаете на вопросы друг друга. Так что, может быть, через пару месяцев не захотим возвращаться назад в аудиторию. Окей. Ну что, едем дальше. Как, с этим примером я на все вопросы ответил? Угу. Отлично. Давайте тогда чуть-чуть поговорим немножко про геометрию. Смотрите. Вот мы привыкли к тому, что когда мы домножаем, значит, когда у нас есть собственный вектор, он должен быть, да, значит, Николай, смотрите, эти два собственных вектора, да, они в некотором смысле единственные, ну, как единственные, как бы два единственных собственных направления. Вот мы знаем, что у нас есть два собственных значения, никаких других собственных значений, кроме вот этого и вот этого, никаких других собственных значений нет. Дальше мы для каждого собственного значения нашли соответствующий собственный вектор. Ну, понятно, что собственный вектор можно было бы записать не только этот, но и любой ему пропорциональный, но никаких других, в том смысле, что непропорциональных вот этому собственных векторов с тем же самым собственным значением у нас нет. Просто потому, что у нас есть вот это уравнение, и оно задает одномерное подпространство. То есть у нас решением вот этого уравнения являются пары U1, U2, где, например, U2 выбирается произвольным образом, произвольное комплексное число, а U1 дальше из него определяется однозначно. И это означает, что у нас все решения этого уравнения, они будут, на самом деле, пропорциональны вот этому вектору, получаться из этого вектора домножение на какое-то комплексное число. Поэтому, если говорить про единственность, в смысле единственность точности до умножения на число, то, да, это единственный собственный вектор. Вот. Ситуация довольно странная, потому что, с одной стороны, ну, вот эта вот картинка, которую я рисовал в начале, она как бы говорит, что нет никаких собственных векторов. Но эта картинка, которую я нарисовал, это только часть большой картинки, которую можно было бы попытаться себе представить в комплексном пространстве, потому что вот то пространство, которое я сейчас нарисовал, вот эта вот штука, это как бы только вещественное пространство, только R2. И на R2 действительно никаких собственных векторов нет. Но если попытаться себе представить, как устроено C2, это вообще реально сложно, потому что C2 — это, значит, это как бы декартово произведение двух экземпляров C, двух экземпляров комплексного пространства. Комплексное пространство мы представляем себе в виде плоскости, поэтому это такое произведение двух плоскостей. Это на самом деле вещественно-четырехмерная штука. Поэтому представить ее себе довольно трудно. Но вот оказывается, что вот этому повороту на вещественном пространстве соответствует умножение на вектор i вдоль какого-то направления, которое, ну вот оно не лежит в этой плоскости, оно направлено как-то вот в сторону от этой плоскости. То есть на самом деле эта картинка, это часть некоторой картинки в четырехмерном пространстве, и в этом четырехмерном пространстве есть, как бы, в некотором смысле направление, но направление — то, что такое комплексное направление.
то есть такая плоскость, где наш оператор, если мы посмотрим на то, как этот оператор действует вдоль этого направления, то видно там, что он действует просто умножением на i. Но на самом деле, значит, если вы сделали соответствующую задачку в домашнем задании, то для вас должно быть неудивительно, что поворот на 90 градусов соответствует умножению на i. Потому что, помните, была там такая задачка, где нужно было найти, как устроена матрица умножения на i, если мы рассматриваем это как оператор, так сказать, действующий на c, но при этом c рассматривается как векторное пространство над r. И если вы эту задачку сделали, то вы видели, что там умножение на i действует как раз как поворот. Поэтому связь умножения на i с вот этим поворотом на 90 градусов, она на самом деле очень важная. В некотором смысле умножение на i — это и есть поворот на 90 градусов. Вот. Так, у кого-то включен микрофон, потому что я слышу сам себя. Сейчас я найду, у кого он включен, и замьючу. Только у меня включен. Вроде бы уже у всех выключен. Угу. Так. Хорошо. Едем дальше. Так. Давайте теперь поговорим немножко про вообще про многочлены над полем комплексных чисел. Значит, я сформулирую теорему. Она называется «Основная теорема алгебры». И она говорит следующее. Она говорит, что если у нас есть многочлен p от x равный, ну, допустим, так, an на x в степени n плюс n минус 1 на x в степени n минус 1 плюс и так далее, плюс a0 над полем комплексных чисел, то есть x комплексная и все a житые комплексные, вообще говоря, имеет, по крайней мере, один корень. Значит, основная теорема алгебры говорит, что у любого многочлена есть корень. Это очень прикольная штука, потому что она говорит, что такого ситуации типа x квадрат плюс 1, когда мы пытаемся решить квадратное уравнение, это квадратное уравнение не решается. Такая ситуация здесь невозможна. Обязательно один хотя бы корень будет. Значит, я сейчас совершенно не собираюсь эту теорему доказывать. Это была бы тема там, отдельной лекции и даже не одной. Она там требует каких-то познаний в комплексном анализе. Но предлагаю в нее поверить. По крайней мере, например, в размерности, по крайней мере, например, если мы говорим про многочлены степени 2, то корни комплексных многочленов степени 2 даются ровно той же самой формулой, что и корни любых других, так сказать, многочленов степени 2, обычная наша формула для корней квадратного уравнения. Но при этом теперь мы можем всегда вычислить корень из дискриминанта, даже если дискриминант отрицательный, поскольку в комплексных числах можно извлекать квадратные корни из отрицательных чисел, то теперь эта формула просто всегда работает. Вот. Кстати, я говорю корень многочлена, понятно ли, что означает корень многочлена? Давайте я уточню, что это означает корень уравнения p от x равняется 0. Вот. Вот такая замечательная теорема. И давайте я сформулирую некоторые следствия из нее. Давайте проверим вот что. Все ли умеют делить многочлен на многочлен столбиком?
Давайте вопрос. Нет, невозможно ответить на такой вопрос утвердительно. Давайте проверим так. Есть ли кто-нибудь, кто не умеет делить многочлен на многочлен столбиком или уголком? Угу, есть. Так, хорошо. Давайте мы это сейчас быстренько обсудим. Значит, утверждение такое, которое мне сейчас понадобится. Значит, утверждение устроено так. Пусть P и Q многочлены. Значит, давайте степени пусть будет N здесь и M здесь. Значит, тогда существуют многочлены S и R. Значит, степень R строго меньше, чем M. Такие, что выполняется следующее утверждение. P равняется Q умножить на S плюс R. Значит, это мы поделили P на Q, получили частное S и остаток R. Посмотрите, пожалуйста, на эту формулу. Видно, что это то же самое определение деления с остатком, которое используется для целых чисел. Только теперь вместо целых чисел у нас работают многочлены, и сравниваем мы их по степени. То есть, когда обсуждаются целые числа, там условие состоит в том, что остаток просто сам по себе меньше, чем... Так, эта штука как называется? Делитель. Делимый делитель. А здесь это же условие только для степеней выполняется. Значит, я не буду сейчас это утверждение доказывать, но давайте я просто поделю один многочлен на другой. Значит, доказательство устроено так. Доказательство дословно повторяет доказательство такого же утверждения для целых чисел. А для целых чисел оно делается с предъявлением явного алгоритма, который называется деление уголком. Оказывается, что для многочленов деление уголком тоже работает. Давайте я покажу, как оно работает. Давайте возьмем какую-нибудь пару многочленов и поделим их друг на друга. Допустим, у меня есть многочлен, скажем, x куб минус 5x квадрат плюс 3x минус 7. И я его хочу поделить уголком на многочлен, скажем, x квадрат минус 2x плюс 4. Значит, как я действую? Ну, точно так же, как я делю многочлен на многочлен в случае с числами. Значит, мне нужно взять здесь главную степень, посмотреть, на что мне нужно домножить вот этот многочлен, чтобы после домножения старшая степень равнялась бы вот этой штуке. Значит, здесь нужно взять просто x. Дальше я умножаю x на мой многочлен, получается x в кубе минус 2x в квадрате плюс 4x. А теперь мне нужно вычесть из одного другое. Остается... Ой, господи боже мой, зачем же я отрицательное число написал? Вычитать из отрицательного числа отрицательное число приятного мало. Ну ладно. Минус 3х квадрат минус х. Теперь мне нужно снести следующий элемент. Минус 7. Теперь мне нужно рассмотреть второе слагаемое в частном. Значит, у меня был, значит, здесь у меня x квадрат, значит, мне нужно взять, какое второе слагаемое в частном нужно написать? Угу. Минус 3. Да, у меня, значит, минус 3, дальше посмотрим, что получается. Минус 3x квадрат плюс 6x минус 12. И дальше я, наконец, вычитаю, здесь получается из минус x, я вычитаю 6, получается минус 7x.
И из минус 7 я вычитаю минус 12, получается плюс 5. После того, как мы такую штуку сделали, значит, все, у нас процедура закончилась, потому что мы получили в качестве того, что у нас в итоге получилось штука, у которой степень меньше, чем степень делителя. И это означает, что наша процедура завершена. Мы поделили один многочлен на другой. Это у нас будет S, это будет R, это был P, а это был Q. Видно просто, что по построению, если я умножу S на Q и вычту то, что получилось из P, то получается R. Просто мы так, собственно говоря, R и строили. Мы последовательно вычитали из P слагаемые, которые соответствовали умножению разных слагаемых в S на Q. И вот мы последовательно вычитали, в конце концов получили R. Понятно, что этот алгоритм работает всегда. Вы всегда можете его применить и всегда можете получить этот остаток R. Из этого теорема и следует. Понятно ли теперь, как делить многочлен на многочлен? Угу. Отлично. Павел, вы, кажется, тоже спрашивали про деление. Понятно, как делить? Ага, отлично, спасибо. Зачем нам это утверждение нужно? Давайте вернемся к основной теореме алгебры. Я сформулирую еще одно утверждение. Это некоторое следствие из теоремы Безу. Давайте я просто сформулирую теорему Безу. Теорема Безу говорит следующее, что если я поделю, вот у меня есть какой-то многочлен P, и я его поделю на многочлен, если у меня P от X равняется какому-то Q от X умножить на X минус какое-то число A, плюс остаток R, я в данном случае рассматриваю вот этот x минус a, это мое... Сейчас, я, наверное, неудачно написал. Здесь нужно было написать не q, а s. Вот этот x минус a им играет роль q. Поскольку x минус a — это многочлен степени 1, то остаток должен иметь степень строго меньше единицы, то есть нулевую. Остаток — это многочлен степени 0, то есть просто число. Теорема Безу утверждает, что если я сделаю такую операцию, то, что такую операцию можно сделать, это следствие из предыдущего утверждения. Теорема Безу утверждает, что R обязательно равняется чему? Кто знает? Или уже догадался? А умножить на что-то? Это, конечно, в какой-то мере правда, но не совсем. Да, Владислав прав, R — это просто P от A. Теорема Безу утверждает, что если у меня был какой-то многочлен P, абы какой, я его поделил на многочлен X минус A, то в остатке я обязан получить значение многочлена P в точке A. Теорема более или менее тривиальна. Верим в то, что остаток определяется единственным образом, то достаточно просто подставить
А в обе части этого равенства? Подставим. У нас получается S от A умножить на A минус A плюс R. Вот эта штука равна нулю. Ну, стало быть, R равняется действительно P от A. Значит, здесь принципиальный момент состоит в том, что остаток обделен однозначно. Вообще говоря, этого мы не доказывали, но такое утверждение тоже справедливо. Вот. Окей. Давайте теперь в связи с этим сформулируем такое утверждение. Вот смотрите, давайте вернемся теперь к основной теореме алгебры. Она говорит нам, что есть по крайней мере один корень. Но на самом деле у нас есть в некотором смысле столько же корней, какова степень многочлена. Значит, следствие из теоремы Безу такое. Если А корень многочлена P, то P делится на x минус A без остатка. Теперь давайте вернемся к основной теореме алгебры. Значит, из всего вышеперечисленного следует такая штука, что если у нас есть какой-то многочлен p от x, и он степени n, тогда он представляется в таком виде. Это есть n умножить на x минус x1 умножить и так далее умножить на x минус xn, где x1 и так далее xn корни p. Быть может, некоторые совпадающие. То есть, иными словами, любой многочлен устроен таким образом. Это какое-то число умножить дальше на произведение вот таких вот одночленов. X минус очередной корень. Ну, как это доказывается? Доказывается так. Значит, грубо говоря, по индукции. Был у нас многочлен P. У него есть корень. Давайте я его обозначу через x1. Поделили многочлен P на многочлен... Значит, это будет какой-то остаток. S1 на многочлен x минус x1. Значит, какой остаток? Нулевой, потому что x1 это корень. Получили многочлен S1 и дальше два варианта. Либо многочлен S1 имеет степень на единицу меньшую, чем P. Ну, собственно говоря, он всегда имеет степень на единицу меньшую, чем P. Но либо в нем еще есть какой-то x, либо это степень единицы и больше, либо это многочлен степени 0, то есть число. Если S1 число, то просто нужно положить... Значит, то это просто означает, что многочлен P был первой степени, значит, A1 равняется этому самому числу. Иначе продолжим процесс. S1
Значит, найдем корень. Найдем корень S1. S1 — это снова многочлен. Можно применить основную теорему алгебры к этому новому многочлену. И у этого многочлена тоже есть корень. Стало быть, давайте обозначим этот корень как-нибудь, скажем, S2. И тогда поделим S1 равняется S2 на x минус x2. Значит, это корень S1. И так далее. Так каждый раз мы частно делим на очередной x минус очередной корень. И так потихоньку раскладываем до тех пор, пока степень частного не станет равной просто нулю. После этого процесс заканчивается. Мы просто говорим, что у нас вот это последнее частное — это вот это наше aentry. А все многочлены, которые у нас получились, вот они здесь написаны. Таким образом, основная теорема алгебры, она исходно утверждала, что у нас есть ровно один корень, а есть хотя бы один корень у любого комплексного многочлена. А сейчас мы говорим, что у нас есть, на самом деле у нас есть ровно столько корней, какова степень нашего многочлена. Потому что вот при такой операции деления степень многочлена каждый раз уменьшается ровно на единицу. Как? Пока понятно? Задайте какой-нибудь вопрос, если что-нибудь непонятно. Угу. Так, ну что, вроде бы понятно. Нет пока вопросов. Окей. Так, смотрите, теперь можно немножко по-другому записать. Вот то, что я сейчас сформулировал, так, что есть обязательно есть n корней, но при этом какие-то из этих корней могут просто совпадать друг с другом. Такие корни называются кратными. Соответственно, вот это выражение можно переписать так, чтобы каждый корень в него входил только один раз, но тогда у каждой из такой скобок может здесь появиться еще какая-то степень. Можно написать так. Значит, p от x равняется снова какой-то aent умножить на x. Ну, давайте как-нибудь буду по-другому обозначать. x1, допустим, с волной в степени, скажем, k1 и так далее. X минус, давайте даже не k1, а m1. m1, а здесь пусть будет x какой-нибудь, наоборот, k-тый с волной в степени mk, где x1 с волной, xk с волной, это все различные корни многочлена P. Значит, понятно, что предыдущая формула эквивалентна этой, я просто сгруппировал, если у меня было несколько, значит, вот в этой предыдущей формуле, вот в этой формуле, если у меня было несколько скобок одинаковых, я просто их сгруппировал в одну степень. Получилась вот такая штука. Числа M1 и так далее, МК называются кратностями соответствующих многочленов, кратностями соответствующих корней. То есть бывает корень кратности 1, бывает корень кратности 2 и так далее. Давайте теперь вернемся к, значит, нашим уравнениям, к чему я все это говорю. Значит, пусть у меня теперь есть, оператор какой-то оператор А, заданный на комплексном пространстве, на векторном пространстве V над полем C.
У него есть характеристический многочлен. Давайте я буду обозначать этот характеристический многочлен вот так. Хи А от лямбда. Это есть определитель А минус лямбда ID. Значит, это характеристический многочлен оператора А. У него по основной теореме алгебры есть n корней. Возможно, повторяющихся. То есть, в некотором смысле, мы говорим, что у нас у любого оператора есть n собственных значений. Но при этом какие-то из этих собственных значений могут совпадать. Значит, давайте я дальше сформулирую такое определение. Алгебраической кратностью собственного значения называется его кратность как корня многочлена хи. Давайте рассмотрим два примера. В первом примере у нас будет вот такая матрица. А во втором примере у нас будет вот такая матрица. Вопрос. Найти все собственные значения и их алгебраические кратности. Угу. Фархад, так нормально или еще повыше? Ага. Давайте я вот так сделаю. Сейчас, на самом деле, я могу сделать вообще вот так. Нормально так видно или слишком мелко? Так, Денис, в первой, собственно, число 2 кратности 2. Отлично. А во второй? Ну, придется считать, но недолго. Угу. Да, Арина на самом деле права. Характеристические многочлены этих двух операторов просто совпадают. Потому что, ну, когда мы считаем определитель, давайте посмотрим, допустим, вот у меня 2 минус лямбда, 7, 0, 2 минус лямбда. Определитель такой штуки, это есть 2 минус лямбда в квадрате, вычесть 7 умножить на 0. И понятно, в общем, что совершенно не важно, что у нас написано вот здесь. Поскольку здесь написано 0, то на определителя влияют только вот эти два компонента, только эти два элемента матрицы. И поэтому следующий определитель будет в любом случае 2 минус лямбда в квадрате, и у него будет корень 2, кратности 2, потому что вот вторая степень. Таким образом, оба этих оператора имеют одну и ту же, значит, одни и те же собственные значения с одной и той же алгебраической кратностью.
Но, как мы обсуждали в прошлый раз, эти два оператора, вообще говоря, разные. Так, сейчас я подключу себе уведомления. Значит, давайте к ним вернемся. Значит, давайте посмотрим. Теперь, что вы можете сказать про собственные векторы этих операторов? Значит, какие собственные векторы у первого из этих операторов? Давайте я их как-нибудь обозначу. Пусть вот этот оператор, я скажу, что он задается матрицей, допустим, матрицей А, а вот этот пусть задается матрицей J. Почему J, чуть попозже будет понятно. Значит, у матрицы А какие есть собственные векторы? Какие есть собственные векторы у матрицы А? Вот, напишите кто-нибудь. Угу. Да, значит, совершенно верно, любые векторы являются собственными. Значит, давайте смотреть. Значит, у матрицы А любые. То есть двумерное подпространство. Ну, в данном случае просто пространство всех собственных векторов двумерное. А у матрицы J какие собственные векторы есть? Значит, все видят, что матрица А, любой вектор является собственным. Матрица А диагональная и, более того, скалярная. Это константа, умноженная на тождественную матрицу. Поэтому матрица А просто все векторы умножает вдвое. У матрицы J собственный вектор 1, 0. Есть ли какие-нибудь другие собственные векторы? Ну, на самом деле, можно посмотреть, есть они или нет. Давайте просто решим уравнение. Значит, мы знаем, что собственное значение у матрицы 2 тоже двойка, поэтому уравнение на собственный вектор получится такое. Значит, мне нужно... сейчас, не у матрицы А, а у матрицы G. Значит, у матрицы G мы получаем следующее уравнение на собственный вектор. Значит, чего у нас тут получается? 0,7,0,0 умножить на вектор U1, U2 равняется 0,0. Значит, видно, что в этом, значит, вот в этом уравнении мы можем выразить, по крайней мере, мы можем точно сказать, что U2 равняется нулю. Значит, у нас получается 0 умножить на U1 плюс 7 умножить на U2 равняется 0. То есть U2 равняется 0. Значит, размерность пространства собственных векторов равна единице. Значит, в случае с матрицей А все векторы были собственные. У нас было двумерное подпространство, которое состояло из собственных векторов с собственным значением 2. А в случае с матрицей G у нас есть одномерное подпространство. Вот те числа, которые мы здесь получили, размерность подпространства соответствующих собственных векторов, называется геометрической кратностью собственного значения. Почему пространство одномерно? Смотрите, значит, мы говорим, что у этой матрицы все собственные векторы должны удовлетворять вот этому уравнению.
в этом уравнении, значит, мы точно знаем, что если это, если вектор удовлетворяет этому уравнению, то тогда у 2 равняется нулю, а у 1 выбирается произвольным образом. Поэтому все собственные векторы, они будут просто пропорциональны, значит, все пропорциональны просто вектору 1, 0. То есть, на самом деле, у нас получается, что соответствующее подпространство, оно просто натянуто на вектор 1, 0. И оно одномерно. Вика, ответил? Угу. Отлично. Итак, значит, я даю последнее определение на сегодня. Определение геометрической кратностью. Геометрической кратностью собственного значения называется размерность пространство собственных векторов, подпространство собственных векторов, соответствующих этому собственному значению. То есть можно написать это так. Это размерность ядра оператора вот такого. Смотрите, геометрическая кратность – это штука, которая относится к собственным значениям, и у каждого собственного значения есть геометрическая кратность. Это размерность подпространства собственных векторов, соответствующих этому собственному значению. То есть в примерах выше у нас у матрицы А было собственное значение с кратностью, с алгебраической и геометрической кратностью 2. У нас было там двумерное подпространство собственных значений. А у матрицы J было одномерное собственное, значит, одномерное пространство, которое соответствует единственному собственному значению 2. Там геометрическая кратность была равна 1. Вот. Значит, есть некоторая связь между алгебраической и геометрической кратностью и свойствами наших матриц, но я про это, видимо, буду рассказывать в следующий раз. Так, есть ли какие-нибудь вопросы? Окей. Так, ну что, если вопросов нету, тогда спасибо за внимание и до встречи, когда у нас следующая лекция. Непонятно, когда у нас следующая лекция. У нас конституционная неделя следующая, да? Спасибо. Непонятно, есть она или нет. Во вторник еще нет. Тогда точно. Тогда до встречи во вторник уж как минимум. Все, если будут еще какие-то вопросы, пишите. В некотором смысле я теперь ближе, чем раньше, потому что всегда можно написать, и я всегда отвечу. Даже не нужно ждать, когда я появлюсь в здании на Покровском бульваре, потому что мы там теперь никогда не бываем. Пишите. Угу.